Hello, church. Церковь, приветствую вас. I just want to first off thank the pastors and youth pastor Santi for giving me this opportunity to preach. Хочу выразить благодарность пастырям церкви и ответственному за молодежь Сантьяго, что дали мне такую возможность сегодня проповедовать. I wanted to share the word in Russian, but I tend to translate myself too much, so I didn't want to make it too hard on Pastor Yuri. Я хотел говорить по-русски, но обнаружил, что мне много нужно переводить, и решил не затруднять переводчика Юру. Буду говорить, наверное, на английском, да? Буду говорить на английском. I have a message that I'm going to share that God put in my heart, and it's going to be about the body of Christ. Буду делиться словом, которое я верю, Бог положил на мое сердце, и тема будет тело Христово. And so the first thing that I did was I looked up what is a body. И что я сделал первое, это посмотрел, чтобы узнать, что же все-таки тело. And so when I looked up what is a body, I got it's a physical structure of a person or animal, which includes the bones, flesh, and organs. И одно из объяснений, которое я нашел, это что есть тело, это физическая структура человека или животного, которая включает в себе кости, плоть и органы. And each part having a different role, yet working together. И каждая часть из тела имеет разные назначения, но все эти части, они вместе работают. And so I want us to keep this in mind before we read 1 Corinthians 12, verse 12 to 14. Я предлагаю, чтобы мы все имели в виду этот смысл, которым я поделился только что насчет тела. И теперь я хочу обратить наше внимание к 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха и ниже. Apostle Paul says in verse 12, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body through many are one body, so it is with Christ. Ибо Павел говорит Коринфянской церкви в 12 главе с 12 стиха такие слова: ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. For in one spirit we were all baptized into one body, Jewish or Greek, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. For the body does not consist of one member, but of many. Тело же не из одного члена, но из многих. So these few verses that Apostle Paul is talking about, it brings up that diversity of the body of Christ and the unity that it has. Этих несколько стихов, которые мы только что прочитали, они открывают разнообразие тела Христова и в то же время единство. Разные, но вместе, единство. Just like the three in one, Holy Spirit, Father, Son, but one God. Так же, как мы можем подумать, такое сравнение, как Отец, Сын и Дух Святой, но они представляют одного Бога, это один Бог. Or husband, wife, children, one family. Или я для себя такую еще аналогию провожу, как муж, жена, дети, кажется, все разные, но в конечном итоге это одна семья. And the one thing that makes us a body is through one spirit, which is the Holy Spirit. И что нас делает одним телом, мы прочитали в 13 стихе, что Дух Святой объединяет разных нас в одно тело. Дух Святой делает нас едиными. And so now I'm going to read verse 15 through 17. Продолжаем читать с 15 стиха по 17. And it says, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? And if the ear should say, because I'm not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell?
Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Обоняние. So Jesus or God, He gave us all gifts that we can use, and He has a purpose and plan for each one of us. Это говорит для меня то, что Иисус, Бог, каждому из нас дал задачу, талант, дар. And we can't be discontent with the gifts that God has given us. Не нужно недовольствоваться о том, каким даром наделил отдельно каждого из нас Бог. Sometimes we don't have such highly gifts that we think are so high. Иногда мы можем не иметь дара, способности, которые в наших глазах кажутся более ценные, они более видные, но почему-то их у нас нет. But they are valued so much in God's eyes. Но мы считаем, что это более ценно в Божьих глазах. And one more thing is, we can't choose the gifts that God has given us. И нам не дано право выбирать, какие дары Бог дает. За Богом Он выбирает это. The Spirit chooses willingly. Дух Святой дает и избирает, кому что дать. It knows what you can handle and what you can't. Дух Божий знает нас в совершенстве и знает, с чем мы справимся, с чем мы не справимся, с каким даром. And so I'm going to read verses 18 to 20. И продолжаем читать дальше, 18 стих по 20. And it says, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. If we were a single member, where would the body be? А если бы все были один член, то где было бы тело? And it is, there are many parts yet one body. Но теперь членов много, а тело одно. And so I'm going to keep reading, and it says in verse 21. И мы продолжаем читать в 21 стихе, мы читаем следующее. We'll read until verse 24. До 24 стиха будем продолжать читать. And it says, the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Which are more presentable parts do not require, but God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. And so I was reading this, and verse 22 stood out, and again, I'll read it one more time. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. И когда я читал этот отрывок, 22 стих, я еще раз прочитаю, говорится, напротив или наоборот, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Some of us may have gifts that are not so out there, they might not be public, but there are hidden gifts that are very vital. И некоторые из нас можем иметь дар, то, чем наделил нас Бог, которое невидимо, не ярко, не на виду, но они очень обязательны и необходимы для жизнедеятельности церкви. And also, we shouldn't treat people more highly because of the gifts that God has given them. И также из этого места для меня выходит вывод, что не нужно превозносить никого или себя, или другого, на основании дара, какие он или она имеют. Because it's people, it's not people, it's the Spirit. Потому что люди есть люди, а вся суть и сила дара заключается в том, что Дух Божий делает. And so I'm going to bring up an example, like part of your body, your big toe on your foot. Я возьму такой пример, например, большой палец на нашей ноге. It seems really small and not that important. Кто-то может сказать,
по отношению или в сравнении со всем телом, это очень маленький орган и особо не важный. But without it, you don't have the balance to walk. Но кто встречал людей, кто не имеет этого пальца, им не хватает баланса для равномерной ходьбы. And so that also comes with, if God gives us a certain function in the church. Также я хотел бы это сравнить к тому, что если Господь наделил нас способностью или определенной функцией, занятием в церкви, and we don't fulfill it, и мы не есть эффективны, не добросовестны в этом деле, the body experiences defects, huh? Yeah, yeah. Тело переживает недостаток. So the body has to substitute with other parts of the body, has to work harder for it. Другие части тела должны более усиленно работать, чтобы заместить то, чего не доделывает тот орган в теле. And so because of even one part not doing its job, поэтому даже если какой-то один из членов тела не дотягивает своего задания, it affects the whole body. Это оказывает влияние на все тело. And so I'm going to read verse 25 to 26. И мы завершим этот отрывок, читая 25-26 стихи. And it says that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. So we are all one body, and if we are in the spirit, we should feel the suffering and the happiness of other people's parts. Поэтому мы принадлежим все к одному телу, и если Дух Божий живет в нас, на нас будет сказываться положение и состояние других членов тела. Радость они переживают или что-то плохое, это будет Дух Божий будет давать нам чувствовать тоже. Like it says, if one member suffers, we all suffer. If one member is honored, we all rejoice together. Так как мы только что прочитали, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. And also going back to where it talked about the more presentable parts, verse 24. Which are more presentable parts do not require, but God has composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. И я еще раз подчеркиваю отрывок в 24 стихе, который говорит, и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в этом нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. And so in our body, obviously, we have internal organs, things that we can't see. В нашем теле, мы все понимаем, есть внутренний организм, внутренние органы. And мы не видим их. We don't realize how important they are until we lose them. И нам, мы настолько на них не обращаем внимания до тех пор, пока теряем мы один из этих внутренних органов или переживаем какую-то проблему из ними. And so here it says that God gives greater honor to the parts that lack it. И мы здесь только что прочитали, что Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. And we should do the same thing. We should honor each other. We should encourage each other. Show love to each other. Я хотел бы, чтобы мы взяли урок для себя, чтобы также мы о каждом опекались, заботились, любили каждого члена в теле Христовом. And so I'm going to read Ephesians 4:15-16. И давайте откроем Ефесянам теперь 4 главу с 15 стиха, 15-16 стихи, прочитаем внимательно тоже. And it says, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him, who is the head, into Christ. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. For whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, with each part is working properly, makes the whole body grow, so that it builds itself up in love.
из которого, из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всех, всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. So what must we do, church? Церковь дорогая, как мы должны поступать? Что должны мы делать? We need to examine ourselves and ask God what our gifts are. Нам нужно проверить себя и обратиться к Богу, спросив: Боже, как, чем ты меня наделил? Каким даром? Какой способностью? We are all important in the body of Christ, no matter how small or big our gifts are. Каждый из нас важен и ценен в теле Христовом, независимо от того, насколько маленький или большой дар нам дан Богом. And like it says, the weaker are indispensable. Как мы только что читали, что менее видные или слабые органы или члены в теле, они обязательны, важны в теле. And those are the people we have to encourage. И это люди, которых нужно ободрять, поддерживать. And so it doesn't matter our age, God can still use us. Нет разницы от нашего возраста. Каждый нужен, и Бог хочет использовать всех нас. Just like God used King Josiah when he was 8 years old, he became king. Как мы читаем о царе Иосии, он был воцарен, когда ему только было 8 лет. And how he used Sarah to fulfill his plan even at an old age. Или же другой пример — Сара, которая приняла участие в исполнении Божьего плана уже в довольно преклонном возрасте. And there are many more examples, but that's just a few, just two examples that I listed. Можно и другие примеры привести, но я только делюсь несколькими. And so our job here isn't done until God comes. Наша работа на этой земле не закончена до встречи нашей с Богом. And so as a body, we must work in harmony. Поэтому как тело мы должны сотрудничать, делать его дело в гармонии. And build one another up with love. И созидать друг друга в любви. And I'm gonna read verse 26 one more time. И мы возвратимся к Коринфянам и прочитаем еще раз 26 главу, 12 глава 1 послания Коринфянам, 26 стих. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. And so that's just what God put in my heart and I wanted to share with the church. Это то, что у меня лежало на сердце, я верю, Бог положил, и я это хотел поделиться с нашей церковью. And so I would like to lead us in prayer. Давайте встанем для молитвы, пожалуйста. Dear God, we're so thankful, Lord God, for this opportunity, Lord God. We're so thankful, Lord God, for this day, Lord, for just a chance to be here, Lord. Gather up in your name, Lord. Lord, we just pray, Lord, that we'll work, Lord God, as a team, Lord, as a body of Christ, Lord. We are all made one in your spirit, Lord God. I just pray, Lord, that we, Lord, we encourage each other, Lord, that we love each other in the name of Jesus, Lord God, and that we realize, Lord, even the weaker parts, Lord, are indispensable, Lord God. Lord, you see our heart, Lord God. You don't see us, Lord, for the things that we do, Lord God, but you see us for who we are in you, Lord God. We're so thankful, Lord God, for everything, Lord, that you've done, Lord God. Lord, we just pray, Lord, that we work in harmony, Lord God, and we continue to build another up, Lord God, as one team, Lord God, as one family, Lord God, as one body, Lord God. We just pray, Lord, that no matter our age, Lord God, that you just continue to use us, Lord God, and that we'll be open to it, Lord God. We just pray these things in your name. Amen. Amen. Amen.